всем, ребят, с вами я. Про ин Майнкрафт! Ёлки-палки! Я вкуснее, я захожу в деревню шипов просто так, повыживать. Помните, в прошлой серии, ну, мы, короче, защищали жителей и все дела. Все, идемте. Я пошел спать. Но времени спать некогда. Я здесь одну штуку пропустила. Ну, это я вкусила. Ой, дерево там было тут. Первый кусок, то, что это было, это дерево. О, давайте блоками построимся куда-нибудь. Опа, ой, я ворующая. Тут я без брони. Демо. Давайте купим что-то. Что у вас есть? Я за изумруды все. Есть! Есть! Давайте купим у них. Да, ну, а ты что продаешь? Эй, сорян. О, у него обновление какое-то новое. Давайте сразу купим у него. А, нет, у другого. Ты вообще не... Он тоже шлем продает? Дайся вообще. У вас у кого-то обновление должно было быть. Может, вот здесь? Есть! Давайте купим. Смотри, ну. Ой, у него обновление у кого-то. У кого-то носатого обновления. А у этого? А другой мне на сирочек. Ну, хотя обновление будет. Блин, что ты забыл? Крепкая броня. Блин, теперь я очень медленный. Я не могу бегать. Не, чувак. Ну, чувак, дай я куплю. Ты хочешь изумруды получить? Ты. Есть, у него есть. Давайте. 18. Вам же нужен защитник? Я вас защищаю. Штаны у вас будет? Берегет человек, весь будет. Не, а давайте у этого. Есть, мы купим на 10. У меня есть 10. Поножи 6. Все. Дайте мне поножи. Отдай мне мои поножи. Штанишки я купил себе. Осталось купить только 7 поножен. Ну все, в принципе, это не нужен. Пусть ты. Дайте мне что-то.
Хотим. Может, он будет потом пробовать шли. Очень новый шлем. Ну, ты иди сюда. Валим! Крипер! Там плюс крипер. Валим, надо спать. Рядом крипер. Эй! Ты! Иди со мной. Дайте поспать человеку. Не хочу купить, он что-то в этот торговца. Что он нам предлагает? Я типа изумру там. Эй, ну ладно, я тебе еще один шлем куплю. Побольше. Если он продает, я на всякий случай еще куплю. Очень железо у него столько стоит. Ты офигел. Меч у тебя, дашь мне меч? У тебя есть меч? Чувак, у тебя есть меч? У тебя есть меч? Куплю. А это что? Купим новое. Ну, сначала поносим. Давайте поносим. Пойдемте положу ресурсы, которые мне сейчас не нужны. Так, у меня вообще что-то там выдвинулся. Врелся. Нормально, у меня слово. Отлично. Я говорю это слово. Давайте положим все. Семь. Пока.